Всем привет, с вами Жора, и сейчас будет кое-что интересненькое. Я научу тебя правильно чинить провода. Какие-нибудь USB-шные или зарядку. В хозяйстве очень пригодится это умение, поэтому, если ты не знал, как это делать, продолжай смотреть дальше. Ставь лайк, подписывайся на канал и поехали. Для того, чтобы починить провод, нам понадобится изолента, ножницы, ну и, естественно, сам провод. Первым делом нужно оголить провода, а точнее два вот этих вот конца. Оголяем. Как это делается? Берем ножницы и надкусываем нашу изоляцию внешнюю. Надкусываем аккуратненько, чтобы не перерезать весь провод. Так, есть. Снимаем ее. И нас встречает здесь сколько проводков? На данном проводе их 4. Но в зависимости от провода их может быть 3. Может быть 2, может быть вообще 5. Теперь нужно по тому же методу оголить каждый из этих 4 проводков. Я оголил первый белый провод, и по тому же принципу оголяем зеленый, черный и красный. Первый провод полностью оголен, поэтому берем второй и делаем все по тому же принципу. Ну что, ребят, все готово. Теперь берем изоленту, и сейчас будет самое интересное. Будем их между собой соединять. Белый проводок с белым, красный с красным, зеленый с зеленым и так далее. Из двух проводков должен получиться один. Далее берем напополам его вот так вот сгибаем, придерживаем здесь. И вот эту петелечку опять скручиваем. Все. Делаешь то же самое с остальными проводками. Вот такой бардак и халабуда у нас получилось. То есть, вот смотри, белый с белым. Красный с красным, зеленый с зеленым, черный с черным. Дальнейшие наши действия. Берем изоленту и делаем изоляцию каждого проводка отдельно. Откусываем кусочек изоленты и заматываем красный проводочек. Чик, замотали, прикрепили. Потом белый. И так каждый проводок по отдельности. Спешка в этих делах ни к чему, потому что это все-таки электричество и нужно быть осторожнее с ним. Вот, примерно вот так изолируется один проводок. Это я как бы слишком много сделал изоленты, но зато точно уж не коропнет ничего током. Ребят, мы с вами финишируем. Все 4 проводка у нас произолированы. Теперь делаем самую главную изоляцию. Кстати, уже на этом этапе проводом можно пользоваться. Он не ударит тебя током. Но для завершения все-таки, для результата нужно все это, так сказать, заизолировать. Вот такой вот у нас конечный результат. Провод выглядит подобным образом. Может быть, внешне он не сильно привлекательный из-за этого, но он рабочий. Кстати, давайте проверим, работает он или нет. У меня есть удлинитель с розетками и штекер. Вставляем штекер, провод. Так, вот так вот все есть. И у меня есть колонка. Такая колонка, где есть выход под, значит, мини-USB. Так, втыкаем провод. Вот. И когда, в общем-то, я воткну в розетку, должен включиться вот этот огонек. Это индикатор заряда. Ну что, поехали. О, все, видите? Все отлично работает. Это значит, что изоляция проведена хорошо, провод рабочий. Значит, я вам все правильно рассказал, и вы узнали что-то новенькое. Спасибо большое за просмотр. Если у тебя получилось сделать свой провод, починить, и это видео было для тебя полезным, то обязательно подписывайся на мой канал и ставь свои лайки. Ну а я увижусь с тобой в следующем ролике. Пока!